четвертом этапе Кубка России принимают участие более 50 российских саночников. В дисциплине одноместные сани мужчины выступят 18 атлетов, чуть поменьше в женской дисциплине, а также 12 экипажей. За победу поборется и действующий чемпион мира и Европы Семен Павличенко. Ему же удалось завоевать кубок в прошлом году. Три этапа турнира проходили в прошлом сезоне, итоги которого и подведут заезды финала. Соревнования проводятся по двум заездам. Также будет проводиться соревнование эстафета. Проводится один заезд. Там участвует от команды один мужчина, одна женщина и один двухместный экипаж. Наряду с сильнейшими атлетами по олимпийскому желобу катаются и юные спортсмены. Для них это возможность не только показать себя, но и посоревноваться с именитыми саночниками. Юниорская команда начала подготовку к зимнему сезону еще в мае. Обычно эта сборная выходила на первый лед в Норвегии. В этом году ребята впервые стартовали с сочинской трассы. Тренировочные сборы прошли с 1 по 12 октября, когда в городе был разгар бархатного сезона. Условия здесь достаточно сложные, потому что температура, в общем-то, достаточно теплая. Держать лед в хорошем состоянии – это очень тяжело. Вот. Но все наши пожелания работники санобобслейного комплекса все выполняли, и мы, в общем-то, имели очень хорошую здесь подготовку. Конечно, большие ставки на победу юниорская команда не делает, ведь сами выступления юношей и девушек на Кубке России – это уже хороший показатель и возможность перенять богатый опыт у лидеров. Ведь сразу после соревнований сборная будет готовиться к этапам Кубка мира, который стартует 10 ноября в Лиллехаммере. Татьяна Коваркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.